Добрый вечер! В эфире четвертый выпуск программы «Театр плюс ТВ». У нас хорошие новости. У нашей программы появился спонсор. Продюсерский российский салон. А теперь о грустном. По многочисленным предсказаниям астрологов и подсчетам экономистов, нынешний 1992 год не особенно удачен для театров. Впрочем, как и для всей нашей жизни. Только жизнь наносит свои коррективы в их прогнозы. И театры, вместо того, чтобы умирать, продолжают существовать. Даже рождаются новые коллективы. Помните, в прошлой программе мы показывали информацию о театре «Окей» продюсер Ольга Шведова. Так вот, сегодня у них уже было две премьеры, и мы вполне имеем возможность более подробно рассказать вам об одной из них. Ремни на его сандалиях я разрезать не достоин. Кто это прокричал? Пророк царевна. Тот ли, которого тетрарх боится? Нам про вопли известно, а про страх царя судить прости. Он что ни день кричится яростнее и резче, а матери моей чудовищные вещи. Весь род наш у него, как видно, не в чести.
Царевна-царь тебе велит вернуться в зал. Я не вернусь. Прости, царевна. Я сказала. Он что, старик? Позволь, я провожу царевну. Так он старик. Старик. Так. Молодой, наверное. Что передать царю? Скажи, что ты болван. Тот, кто за мною придет, тот сильнее меня. Ремни на его сандалиях я развязать не достоин. И прозреет слепой, и подымется кедр из забытого пня. И отшельник придет, чтоб занять от огня. И заплачет над мертвым врагом торжествующий воин. Какой-то бред. Но голос, это странно. Я провожу тебя, не оставайся тут. Я слышала пророка. В зале ждут. И я хочу увидеть Иоанна. Это невозможно, царевна. Я хочу. Выведите сюда пророка. Мы не смеем, царевна. Как там темно, вот мерзкая дыра. Небось, в могиле суше и теплей достать его. Как будто вы с утра, покуда я. Царевна Буддея. Царевна, наша жизнь тебе принадлежит. Но есть у нас устав и есть у нас начальник. Да, всякий из нас твой раб, твоих забот печальных. И все ж тебе не к нам, к начальству надлежит. Мой арабо, ты снился мне во сне. Мой арабо, ты не откажешь мне. Пускай он выйдет на мгновение ока, на лунный свет из этой темноты. Я лишь взгляну на этого пророка, его боятся все, и даже ты. Я никого не боюсь, царевна, никого. Но тетраж запретил подходить к водоему. Я никого не боюсь. О, да, ты бог, ты демон на войне. И потому ты не откажешь мне. Когда ж ты завтра встанешь строг и пыла в тени ворот, глядящих на восток, то, может быть, я из своих носилок зеленый оброню тебе цветок. Я не могу, царевна, я не могу! Ты будешь нищ и по своей вине, лишь потому, что не поможешь мне. Торговом, где пронесут рабы меня в толпе. За кисеей, за призрачным покровом я, может быть, кивнула бы тебе. Пророка. Царевна Соломея хочет видеть его.
А все-таки что же такое для вас Соломея? Для меня Соломея... Катя, вы не подготовили вопрос, я такие серьезные не знал, мне трудно отвечать. Для меня Соломея — это некая архаика, некая предтечность, что ли, когда еще не сложились формы новые, а старые уже умерли, и плюс соотнесение с модерном, вот как бы фокус в этом. Это слишком теоретично. Как вы относитесь к женщине Соломея? Хорошо. Вам она нравится? Мне нравится. Злые женщины. А, тогда давайте покажем ваш плакат, который вы сделали к этому спектаклю. Мне очень нравится этот плакат, и мне бы хотелось, чтобы наши телезрители тоже могли его увидеть. На... Так вот видно? Мне нравятся злые женщины. Тогда у меня возникает вопрос, почему на этом плакате вы изобразили свою жену? Я не знаю. Я ее... все-таки изменил. Мне кажется, она мало похожа. Она совсем другая. Я ее рисовал, но я ее изменял. И поэтому, мне кажется, это не она. Я не считаю, что это она. Костюм может существовать оторванно от спектакля? Мои костюмы, да. Я так для себя тоже определил. Мне всегда, практически во всех случаях, не хватает жизни костюма в спектакле. Мне всегда хочется... и вот дожить. Вот я пытаюсь это всяческими способами делать, путем каких-либо акций, фотосъемок, шоу каких-то, куда я пытаюсь применять костюмы из спектаклей, из фильмов, которые я делаю. Вот. Обязательно. Я считаю так. Домой беру, фетиширую на кухне, развешу их, смотрю. А они вам нравятся? Какие-то нравятся. А кто лучше может представить ваш костюм? Актер, который играет роль в театре, или, скажем, модель, отвлеченная, которая не имеет отношения к спектаклю? Это по-разному. Вот костюмы к Соломее, не в обиду, прекрасной исполнительницы Лади Моррис, которая это играет... Просто для меня я придумывал Соломею и Катю. Мы имеем возможность нашей передачи показать и то, и другое. Итак, давайте начнем с прообраза, с Кати и костюмов, созданных вами с расчетом на нее. Ну, давайте. Давайте, Паш, тогда. Давайте. Это Катя, про которую уже так много говорили. Это мои помощники Саша Пушкин и Елена Чернова. Помогите, ребята. Катенька, а головку держи. Это костюм не только Соломеи. Составляющая этого костюма – это шляпа Соломеи, ремень Соломеи, а вот плащ, например, уже Ирод. Это вообще все такой немножко конструктор. Он очень просто разбирается. Очень просто. Давайте. Подхватывайте. Она может одеваться и вот так. Вот так, например. Вдруг превратиться в большой воротник. Может, вот в такой воротник. Лен, перехватывай сразу. Вот в такой воротник это может превратиться при желании. А у вас есть какой-нибудь любимый цвет? Черно-белое. И при этом ваши костюмы настолько яркие всегда и настолько... Не всегда. Это, пожалуй, первый случай, когда яркие я делал костюмы. Первый раз. И то, если вы заметили, там нет зеленого, там нет желтого, там нет лилового. Там есть два цвета. Красный. Красный, розовый. И зеленый. И бирюзовый. Бирюзовый. Все. А вы верите в символику цветов, Паш? В общем, наверное, да. Да. А вот, скажем, сейчас костюм мы видим красного цвета. Это имеет под собой какое-то желание вызвать эмоции определенные у зрителей? Да, или конечно. Это просто... Да, конечно. Но какие? Этот костюм, он... Мы к нему приходим уже. Розовую дайте, пожалуйста. Нет, не эту розовую. Розовую вот эту, да. Снимите вот это все хозяйство. И оставьте вот это розовое, я сейчас покажу. Тут ведь тут сложно довольно. Этот светло-красный, да? Этот более темно-красный. А первый костюм, вот этот розовый, очень чувственные цвет цвета. Цвет насыщается. Да, цвет насыщается, он вырастает. Паш, но вы знаете, я в спектакле не видела такого яркого и такого мощного выражения костюмов.
А здесь вы показываете нам совершенно такое пиршество ваших каких-то фантазий, ваших импровизаций с костюмами. Почему это не используется на сцене? Вы знаете, Катя, это, во-первых, это жанр, в котором я, наверное, совершил где-то ошибку. То есть вы не удовлетворены своей работой? Я не удовлетворен, вот этими комбинезонами, которые я вынужден делать, потому что им нужно в них жить. Понимаете? Я бы не делал комбинезон для Соломеи. Как бы принципиально бы не делал. А тогда в чем им танцевать? Тогда в чем им кувыркаться? Во всяком случае, в этом во всем кувыркаться тяжеловато. Это тоже шляпу снимите. Да. Вот. Вот, вот, мне кажется, вот, например, такая вещь, вот мне вот она нравится. Вот этот костюм мне очень нравится. Катенька, ты не можешь пристать? Может, даже на подиум встать. Вот он мне нравится, этот костюм. Он простой? Он простой. В то же время вот как-то так. Юбка тоже. Это тоже юбка, которую мы просто вот так вот перевязали. Как бы косы. В то же время это и косы, и юбка. А теперь шляпу можете попробовать розовую. Это давайте тоже для Соломеи костюм. Это тоже для Соломеи, да. Это для танца Соломеи. Нет, не одевай так низко на одевай как бы корона. Да-да. А давай этой стороной. Подожди, давай. Нет, это лучше. Нормально. Она одевается любой стороной, шляпа, она имеет разнообразную жизнь. А давай две розовых штуки. Разбери пояс. Ага, разбери только его. Разбереди. Вот видите, он, например, представляется к любому месту. Вот, например, сюда, да? Прямо держится, видите, да? Давай второй. Давай второй. А второй можно вот здесь где-нибудь. По имени, да? Паша, ну можно... удобно ли в ваших костюмах чувствовать себя актера? Наверное, нет. Думаю, что нет. Я всем режиссерам даже это говорю, что я не театральный художник, и вообще я этим не хочу заниматься. И занимаетесь при этом бесконечно. А еще фильмов сколько я делаю, и там тоже неудобно. Всем артисты просто враги мои, они меня ненавидят. Ну нет, может, так и не, так, неплохо относятся, но где-то в какой-то период ненавидят. Паша, но насколько я знаю, вы тоже сами начинали как артист. Да, да. А что потом произошло? Почему вы бросили профессию, которая у вас в крови, и это бывает видно, когда вы работаете злые на сцене? Злые женщины. У меня одна из моих жен была художником по костюмам. И я дома имел краски. И я вдруг начал рисовать. Так получилось. Божьего дочь Вавилона. Древо грехов твоих выросло до небосклона. Голос твой крепче вина. Говори же со мной. Говори же со мной. Говори же со мной. Не приближайся ко мне, порождение Содома. Чистое пламя войди и сгори, как солома. Ты это чистое пламя, ну кто же иной? Ну кто же иной? Ну кто же иной? Веки закрой золотые, рыдая конце. Тот, кто живой, тот молись о своем мертвеце. Ангел смерти крылами взмахнул в прокаженном дворце. Тень от Господнего сына уже на крыльце. Словно глотка животворного в мертвой пустыне. Ног твоих лунных рук, твоих жажду отныне. Не приближайся, уйди от Господня огня. От Господня огня, от Господня огня. Тело твое словно лилия в этом болоте. Дай мне, пророк, прикоснуться к божественной плоти. Прочь, вавилонская птица, не трогай меня. Не трогай меня, не трогай меня. Веки закрой золотые, рыдая конце. Тот, кто живой, тот молись о своем мертвеце. Что за руками получили тонкая лава? Ангел смерти крылами взмахнул в прокаженном дворце. Yeah.
все нет никогда, о нет никогда, о нет никогда. Веки закрой, золотые, рыдая концерт. Твой взор, как стрела! Алый твой рот, он напомнил мне розу сырую. Дай живо поцелую, отдай поцелую! Господи мой, помоги мне, скажи, чтоб ушла! Скажи, чтоб ушла! Скажи, чтоб ушла! Веки закрой, золотые, рыдая концерт. Тот, кто живой, тот молись о своем мертве. Я, пожалуй, сейчас не выдам большого секрета, что кроме костюмов к спектаклю «Соломея» здесь есть и элемент декорации. Да, да, который тоже костюм, который тоже как бы костюм, да? Мы сейчас его надуем. Мы сейчас его надуем. Сань, давай попробуем. Так. Они вот так просто надуваются пылесосом и спускаются. Они могут быть наполнены гелием. И тогда они могут летать, в воздухе висеть. Видите, он приобретает форму. Чуть-чуть еще поддуйте. Вот таких раковин там 7. Это, смотри. В нее как в юбку надо войти и стоять. Понимаешь, да? Вот. Вот. Ты похудеешь, у тебя бифлекс еще. Главное. Сейчас надену. Вот такой костюм у нас и радиады. Давай попробуем. Туда вкрутись прям. Катюнька, и возьми так, как я, блин. Держи руками его, как бы вот эта юбка. Все, достаточно. Вот такая штука. Снимайте, да? А ну, поверни. Катя, а вглубь ты не можешь больше уйти? Саш, помоги. Вот здесь придерживай. Вот так придерживай. Во, 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 во. Вот так. Вот так. Так, и головной убор поправим. Сань, посмотри, а. Вот он у нас съехал. Вот такая штука. Кать, повернись, пройди, пожалуйста, по подиуму. И ребята снимут это дело. Так, только, Катенька, знаешь, вот смотри, что делаешь, да? Идешь, вот, да? Вот, да? А Катя профессиональная модель? Нет, она биолог. Замечательный биолог советский. Занимается кольчатыми червями. Это ей очень близко. Тема червей, улиток. Она меня и натолкнула, собственно говоря, на придумку. Там же все на червях. Вы же видели? Сплошные черви, летающие скажем, черви. Змеи. Ну, змеи, уже, черви, да. Неважно, кольчатые. Кать, а не тяжело вот так вот часами стоять, когда на вас меряют костюм, позировать? Это, по-моему, физически очень тяжело выдержать. Нет, не сказала бы. А вам не приходила идея сменить профессию и оставить кольчатых червей ради как бы искусства, костюма? Приходила. Да, пришла уже. Она пришла, она уже пришла. Она пришла и ушла, или все-таки это ваше? Нет, пришла и остается. А вам больше нравится работать в театре или в кино? В театре мне нравится
потому что я всегда могу сказать, ох, как мне здесь не нравится, пойду в кино. А в кино прихожу, думаю, ох, как здесь плохо, пойду в театре поработаю. Вот так и нравится. Нравится и там, и там. А на самом деле уже ничего не нравится. И я хочу все это на какое-то время оставить. Сейчас я новых работ не беру никаких. Хочу попробовать самостоятельно поработать. Что значит заниматься живописью, костюмом? Чем? Хочу костюмными шоу заниматься. И живописью, и модой попробовать. Модой бытовой или театральной? Вы знаете, не то, Катенька, и не другое. И то, и другое. Мне хочется, чтобы я помог реализоваться или какой-то, в каком-то качестве, в новом, актеру. Я для него придумаю что-то, что ему поможет в актере. Это не будет показ моделей. Это будет игровой момент очень сильный. Это будет желающие петь, умеющие это делать актеры, они будут петь. То есть я для них, как и для себя, хочу создать комфортную ситуацию импровизации. Но просто вспомогательное для этой цели дело будет костюм, который я для них придумал. А вам не кажется, Паш, что вы опять хотите немножко сменить свою профессию и заняться режиссурой? Нет, нет, не кажется. Я для этой цели пригласил уже людей, которые мне будут помогать именно с режиссуры, со стороны режиссуры. Алла Сигала будет помогать мне со стороны пластики. Паш, а в своей жизни лично вы следите за модой? Да. Да, но не активно. У меня гораздо более активные следящие за модой друзья. Очень много. Все активно следят. Я нет. Активно не слежу. Ну так по вас не скажешь. Ну вы же попросили меня одеться. Я поэтому и пришел так. Я обычно так не хожу. А как вы обычно ходите? Ну вы же видели, Катя. Я хожу обычно в свитерах, в куртках. То есть брюках. Реальная бытовая одежда для вас не так важна, и скорее интересен костюм. Для меня важен нюанс. Вот я, например, люблю вот такую какую-нибудь штучку. Uh-huh. Я люблю это. Я ее люблю даже в быту носить. Uh-huh. У меня есть красивые ремни. Вот это я тоже люблю. Uh-huh. Какие-нибудь ботинки какие-нибудь особенные. Я это люблю. Вот деталь какая-то. Шарф какой-нибудь, шапочка там. А в принципе, туалет я так... Люблю демократ, такой стиль демократ. Как бы демократ. Я как бы демократ. Как бы мне это все равно. На самом деле я такой эстет, но как бы демократ. Мне кажется, Катя готова к новому демонстрации следующей модели. Давайте посмотрим. Это костюм мужской. Катенька, можно тебя посмотреть? Пройди, пожалуйста, деточка. Очень низко вы надели головной убор. Вот так вот эта птичка одевается. Иди, зайка. Катюша, вот это вот сделай мне. Вот это вот. Вот нет, под. Тут фенька в том, что под. Да, можно там. Это как птичка. Чей это костюм, Паш? Это костюм отрок. Это отрок, не то отроковица. Паш, как вы думаете, а хороший костюм может спасти плохого актера? Ну, частично, наверное, да. А может и убить. Совсем, наоборот, да, совсем наоборот? Убить, конечно. Если человек не может с этим бороться, все потом будут говорить, ну что, вот костюм, он капли сделал костюм, а что ты там играл? Вот, то есть еще дальше можно загнать. Тогда давайте вернемся. Вот где, как вам кажется, ваши костюмы получают точное совпадение с... В каких работах? В каких, ну, работах каких актеров? На примере Соломеи в работе Любови Полищук, угу. Максима Суханова, в общем, во многом Лады Морис, играющий Соломею, и Юра Цевцевадзе, я доволен. Тем, играющий как... пророка. Играющий пророка. Ну, там ребята многие, но самый сложный костюм просто у этих персонажей. И вот ребята, и Люба, и Максим, и Лада справляются с костюмами. Паш, ваши костюмы дорого стоят? Или вы делаете из того, что придется, что окажется под рукой, что возможно достать? Катенька, вы знаете, каждый раз по-разному. Когда ситуация позволяет, делаю дорогие костюмы. Когда нет, делаю за 3 копейки. Пусть они даже обманные, как, например, вот эта фактура. Ощущение есть какой-то парчи, чего-то такого. А на самом деле это техническая ткань. Вот это серебро, которое на Кате. Это верхнее золото настоящее, старинное. Это парча, да? Это парча очень хорошего качества, очень старинная, очень старинная. Вот. Вот такой вот. А серебряная? А серебряная – это техническая ткань, это такое волокно, такая прозрачная, это тюль, который сделан из металлической нитки просто. Он как приходит тюль. Идея использовать такого рода вещи для костюмов? Она у меня висела дома долго, была как занавеска, я ее использовал.
вот такой вот полувоин, полувитязь какой-то, и в то же время это может быть такая властная Соломея, может быть, так, в костюм. То есть, на самом деле, любой из костюмов может подойти для Соломея, да? Да, это тоже принцип. Это такой, как бы правильно вы говорили, я это закладывал. В любом из костюмов может быть Соломея. Но в спектакле используются не все варианты. Не все, конечно. К сожалению, моему сожалению, и к сожалению режиссера-постановщика, и всех, на к сожалению. Но этот жанр, он имеет определенные условия. Время смотришь на нее. Ты слышал? Он сказал, ты будешь съеден червями. Это он не обо мне. Меня он не ругает, он безвреден. Да я один заквашен на вине. Каппадокийский царь, уже ли трезвый не кон? Каппадокийский царь! Каппадокийский царь, который пропил и трон. Каппадокийский царь! Так про червей каких-то говоря, пророк имел в виду того царя. Ты знаешь, что тебя? Я никогда не молвил про меня худого слова. Лишь раз сказал, что нет во мне стыда. Коль брат не нужен, взял жены. Да, пророк-то прав, не зря судьба сурова со мной. Ни в мочь делить, ни ложа и ни крова с женой. Любовь твоя мне больше не угодна горька. Ведь ты бесплодна, как клюка. Я бесплодна. У меня есть дочь. Бесплоден ты. Дом, он или сух, и жизнь пуста. Муж, как голый сук, не даст плода. Есть все мрак и ложь, хоть крик кричи. Да, пророк не врет, моя вина, и я себя корю. Наш подлый брак, стыд, срам, позор царю, позор царю. Какой ты царь? А мне мой трон по рукам. Фу, хоть и дух, ко всем как стар. Как умрёшь, братюха. Да, да, сейчас моя, земля, какая жизнь вдвоём. И мрак, и ложь, и стыд, да.
же я счастлив, как жизнь хороша и полна. Ночь, ночь, ночь вокруг, листва сыра. Пьян твой римский друг, и нам пора. Как недолог сон, недолог сон, охота ждет с утра. Да, горе козам, отрокам, да, отрокам и уткам. У каждого своя охота утром. Где дочь твоя? Бесплодна, стара. Спешим сообщить вам приятное известие. В Москве, в Театре близ Никитских ворот, имеет быть бенефис. Во время его прохождения гостей ожидают всевозможные сюрпризы, а также специальное увеселение в антрактах. Вечер пройдет при любезном участии Евгения Леонова, Армена Джигарханяна, Александра Лазарева, Светланы Немоляевой, Натальи Гундаревой, Евгении Симоновой, Игоря Костолевского и других не менее любимых почтенной публикой артистов. В проведении бенефиса также принимают участие удачливые предприниматели, чьи пожертвования поддерживают процветание нашего искусства. Бенефициант Андрей Гончаров ожидает всех гостей во вторник, 17 марта сего года, в Большом зале Театра имени Маяковского. В скором времени московских зрителей ожидает интересный творческий поединок. Один из бесспорных театральных лидеров, Марк Захаров, вместе со своей командой актеров готовит новую версию «Чайки». А не менее известный кинорежиссер Сергей Соловьев репетирует ту же пьесу на сцене театра на Таганке. Обе премьеры ожидаются приблизительно в одно и то же время. Петр Мамонов, вчерашний лидер популярной группы «Звуки Му», и сегодняшний руководитель новой группы «Мамонов и Алексей» начал свою артистическую карьеру, снявшись в фильме Павла Лунгина «Такси блюз». Его работа была оценена очень высоко. Он даже стал одним из претендентов на приз «Ника-91». Сегодня Петр Мамонов решил попробовать свои силы и на драматической сцене. Он сыграл одну из главных ролей в спектакле «Лысый брюнет» по пьесе молодого драматурга Даниила Гинка. Так что сегодня в театре имени Станиславского можно встретить не только заядлых театралов, но и поклонников рок-музыки. В театре Иосифа Рахильгауза «Школа современной пьесы» каждый день идут занятия. Вокалом и классическим танцем здесь занимаются Любовь Полищук, Алексей Петренко и Альберт Филозов. Дело в том, что 15 февраля объявлена премьера нового спектакля под названием «Отчего это ты во фраке?». В его основе опера, написанная Сергеем Никитиным, на сюжет чеховского предложения. Но наряду с вокальными партиями здесь предполагаются также драматические сцены, а также небольшой классический балет. Так что жанр нового спектакля определить затруднительно. Но может быть права исполнительницы главной роли, которая предложила объявить так. Оперу Никитина танцуют Полищук, Петренко и Филозов. Жена шведского атташе по культуре Мария Фрид уже давно постоянная зрительница и почитательница спектаклей театра-студии у Никитских ворот. Но недавно она сама выступила там в качестве постановщика спектакля. Ведь до ее приезда с мужем в Москву Мария Фрид работала режиссером. Она с успехом поставила пьесу Ионеско «Урок», несмотря на то, что не говорит по-русски. Оформил ее спектакль Сёрен Брунес, специально для этого прилетавший из Швеции в Москву. Танцуй для меня. С
Соломея, танцуй для меня. Как мне грустно сегодняшней ночью, ночь убийца минувшего дня. Сам убийство я видел воочию, я, войдя, поскользнулся в крови. Крылья смерти услышал из окон, хочешь бабочкой смерть назови. Мой дворец для нее словно кокон, ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня, ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня. Не танцуй, дочь моя, ты дашь мне все, что я пожелаю, тетрарх. Соломея, танцуй для меня. Я и славой клянусь, и позором, если ты ожерельем свинья поплывешь перед любящим взором. Если танец семи покрывал протанцуешь для нашей услады, все бери, что судьбой добывал. Никакой мне не надо награды. Ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня, ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня. Не танцуй! Ты поклялся, тетрарх, ты дашь мне все, что я пожелаю. Танцуй для меня, все, что хочешь, бери, я поклялся. Что за странная в небе возня? Будто кто-нибудь с жизнью расстался. Лепестки на хитоне моем, будто крови грядущей порука. Если знамение видеть во всем, это больше не жизнь, это мука. Ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня. Ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня. Ночь убийца дня и вина огня. О, танцуй, Соломея, танцуй для меня. О-ху-ху, ху-ху. Я не хочу, чтобы она танцевала. Ты поклялся, тетрарх, я буду танцевать для тебя. Thank you.
чудесно танец этот царевна танцевала для меня. Подарок танцовщицы — лучший метод развить искусство танца. И храня всю верность слову данному тебе я, дам все, что ты захочешь, Соломея, проси смелей. Пускай мне принесут на блюде на серебряном. На блюде. И на серебряном притом, и тут царевнин суд простой и умный суд. И люди подать на серебре в мгновение ока. Что? Голову. Голову. Чью голову? Пророка. Совершенно по-разному. Да. Одно ваши костюмы, вот как бы здесь, в нашей студии в статике, совсем другое, когда актеры одевают, двигаются, поют, кувыркаются, танцуют. Совершенно два разных впечатления, видения от ваших костюмов. Вот я сейчас хочу показать вам, Катя, костюм, который, как мне кажется, имеет в себе очень много возможностей для балетмейстеров, режиссеров, актеров. Он и взрывоопасен, и парадоксален, и диффузионен, и превращаем, и перестраиваем. В общем, Паша, давайте от теории к практике. Я сейчас вам все это покажу. Значит, вот такое платье из веревок. Катенька, открой руку просто. Просто подними, да? Вот смотрите, как бы гниение платья. Как бы платье само сгнило, осталась только волна какая-то от него, да? Посмотрите дальше, что я делала. Опа, ребят, подойдите все сюда ко мне. Паш, помогайте. Это, если я правильно понимаю, костюмы Родиады, да? Да, это костюмы Родиады. Это костюмы Родиады. Потяните туда, потяните туда. Это вот, значит, он может быть, это просто может быть плащ. Видите, да? Катя, уже вот сюда руку. Вот сюда ко мне. Вот сюда руку. И там то же самое сделайте. Сделайте римскую тогу руку. Сделайте с ним. Римскую, да? Подхватим, да, здесь так, чтобы держался. Так, Катя, очень плохо стоишь. Так, если мы говорим про римскую, то вот видите, вот такое одеяние может быть. Если мы можем подвязать веревочку, это вообще будет как бы даже пеньюар какой-то, да? Повернись чуть-чуть в профиль. Нет, с телом, Катенька, чтобы увидели с разных сторон это дело, да? И спиной повернись. Видите, вот такой какой-то пеньюар, да? Вот мы это сбрасываем. Давайте на шляпу надеваем, да? Вот видите, такая узбечка получается. Катюша, давай повернись к камере, повернись, чтобы тебя увидели. Вот такая узбекская девушка. Княжна, подожди. Подожди. Так. Вот. Если бы у нас сейчас был... Вот видите, вот такая получается, такая как бы тышлеровский такой, как бы головной убор, шляпа-костюм. Видите, да? Шляпа-костюм, да? Это можно сделать так, при этом вот так это можно сделать. Вот так вот, да? Повернись, пожалуйста, ко мне, чтобы я увидел. И с той стороны. Сашенька, сделай то же самое с другой стороны. Вот такая. Катенька, возьми вот здесь, детка. Вот здесь. Вот здесь. Нет, вот эту часть тоже захвати. Вот так вот она может выглядывать, да? А если мы это все еще соберем, воротничок зелененький. Если мы это все еще соберем, то у нас получается такой... Мода а-ля Рюс чуть-чуть, видите? Вот такая, только поплотнее чуть-чуть. Леночка, захвати там на липучку поплотнее. Поплотнее, Сашенька. Катюшенька, потерпи чуть-чуть. Вот такая полуузбечка, полурусская Ярославна такая, да? Опусти руки, детка. Ага. Вот такое. Вот такое. Вот я показал, как бы, это не все с этим платьем, потому что оно может быть одеваться и на талию. Оно может быть, это юбкой может быть. Это может быть, если мы сейчас, ну, сейчас я покажу. Если мы захотим это растянуть, вот, например,
А палки есть у нас какие-нибудь? Андрюш, посмотри, пожалуйста, палки. Сейчас мы покажем, как это может в крылья совсем превратиться. Две палочки. Можно большие, можно какие угодно. Коромысло можно сделать. Но исполнительница может работать ей одна. Давайте так прикроем, да? Ребят, палку прикроем. Палочку ручкой прикроем. Давай коромыслом. Возьми прямо на плечи положи. На плечи положи. Так, только чтобы ее палочки у нас... А? Ну, или на плечи, неважно. Видите, оно такое огромное, платье-бабочка такая может быть, да? Даже вот здесь можно чуть-чуть подтянуть. Вот так вот. Видите? Вот такой вот может быть аттракцион с этим платьем. Повернись так, чтобы можно было его увидеть. Ну, вот если, например, я работаю с партнером, партнер может работать здесь тоже, понимаете? И это тоже будет уже костюмом партнера. Давай развернемся с тобой. Это уже может быть костюмом и партнера. Он может быть и римским костюмом, а может быть и тем же узбеком, понимаете, да? Ну, в общем, такое какое-то. Вот такое. Ну, можно сделать? Давай просто ты крылышки. Давай палочку уберем. Саша, потяни туда, пожалуйста. С рукавов снимите. Паш, но сколько надо усилий, чтобы научить актеров, исполнителей совладеть, да, это совладать сложно. С этими костюмами? Это сложно, это сложно, это очень сложно. Сейчас покажу. Лицо покажу. Вот видите? Вот такой вот. А можно еще выше зацепить. Тогда совсем модерн, чтобы был. Это может быть ведь еще и капюшоном, да? Вот такой. Но скажите, почему это именно костюм для Иродиады? Есть ли здесь что-то такое, что соответствует ее характеру? Мне кажется, что да. Порочность некое, разложение, понимаете? Как бы, ведь можно было все это сделать, из блесток, все. Все сгнило, ничего нету. Одна вот эта волна, одна пена осталась. Мне вообще интересен любая эстетика, мне и любой стиль мне интересен на каком-то либо его на рождении, либо на его умирании. Вот в данном случае я делал умирание модерна. Поэтому эти гнилые фактуры, они видно там в шляпах, дырочки, которые там уже, как бы они уже червяками поедены, кораллами, понимаете, да? Кусочки фактур настоящих. Не сама фактура, а ее намек на нее, понимаете? Скажите, а вам все-таки важен сюжет, драматургия, над чем вы работаете? Или вы это работаете вот вопрос. Это хороший, вот это самый хороший вопрос. Катенька, мне очень нравится этот ваш вопрос. Нет. Я придумываю свою историю, стараюсь. Один очень хороший художник у меня как спросил, ты пьесы читаешь еще, которые? Я говорю, я еще читаю. Но на самом деле, вот некоторые пьесы я... Или знаю в коротком пересказе. Да, пересказе. Нет, конечно, я читаю, но для меня это действительно не очень важно. Я что-то стараюсь вычитать помимо пьесы самой и какую-то свою историю про это рассказать. Твой поэзик изначал, как ехидна своя. Плоть твою выпьют вороны и псы до заря. Ну да крых, ты устал, соловей, или все же не рад? Кто же зашел без тебя, сиротливый мой взгляд? Одинокий мой взгляд. Целуя рот, крикнул мне: смотри ты, теперь этого мне мало. Я хочу теперь, хочу, чтобы он ответил мне. Убейте эту женщину. На сегодня все. Мы прощаемся с вами и желаем, чтобы никакие грустные предсказания у вас не сбывались.